Итак, пацаны, короче, начал для вас монтировать серичку и понял, что лучше мне будет объяснить в начале ролика, что будет вообще происходить в этом видео. Видео получится длинным, но очень интересно. Первое, это то, что мне чувак сделал новое интро, и вы его, в принципе, увидите в этом видео, в начале ролика. Ну, точнее, вы уже его увидели. Второе, это то, что я ответил на все ваши вопросы, на которые я не отвечал в 4 видео. И получается, третье или четвертое, третье, короче, это то, что я крутил рулетку на 700 рублей. В принципе, советую это видео вам посмотреть от начала до конца, потому что я отвечал на очень интересный вопрос, типа, сколько мне платят там Амазинг, там и так далее, сотрудничаю с ним или нет. Поэтому обязательно посмотрите это видео и желаю вам приятного просмотра. А при начале ролика я хочу сказать большое спасибо вот этому человеку, Роман Паршин. Он сделал для меня интро, которое вы только что увидели, в принципе. Пишите в комментариях, как вам это интро. Мне на самом деле очень понравилось, это то, что я хотел. Да, то, что именно я вот прям хочу пиздец, чтобы было интро. Такое сможет сделать только настоящий профессионал. Но мне вот это интро тоже очень понравилось, поэтому ставьте обязательно лайки за это интро и пишите, как вам оно. Ну и пишите в комментариях спасибо вот этому человеку, Роману. Все, всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня будет у нас серия по Амазингу. Ну, по нашей недавней традиции я отвечу на все ваши вопросы, которые накопились. А именно это раз, два, три, четыре видео. Я выберу самые интересные вопросы и отвечу на них в таком формате, потому что если заходите в игру, потом вставлять это при монтаже все скриншоты тех, кто писал, это будет очень геморно и очень долго получится тупление видео насчет ответов, поэтому сделаем таким образом. А уже в следующих видео будем делать как раньше. Ну что ж, погнали. Так, давайте вот этот видос, комментарий точнее. Меня раздражает то, что я потратил на GTR 3,5 миллиона 2 чипа, а теперь только один чип и надо еще Alt зажимать, чтобы машина ускорялась. Я считаю это неправильно, к тому же я проебал свои лям 750, это пиздец, товарищи. Админом написал на форуме, нуль внимания. Это просто пиздец, какая неудобная система. Согласен с тобой, я об этом уже много раз говорил. Но все же, блин, разработчики считают, что так, типа, будет лучше. Так, следующий комментарий. Кирилл, сделай сходку на стриме на военной базе, чтобы все твои подписчики рашили вояк. Идея, по-моему, интересная. Ну да, интересно, я не одобряю, типа, ДМ, хотя на военной части можно, типа, стреляться и так далее. Ну, возможно, когда-то это сделаю, но я что-то не очень горю желанием такое делать. Но все же, спасибо тебе за идею, Алекс Усер. Кирилл, уличные гонки, топовая идея. Я думаю, что в семье есть 5 человек, у которых есть М5. У меня есть М5 и Discord, могу участвовать. Мой ник в игре Влад Реал. Да, хорошая идея, я вот даже думал над тем, чтобы сделать сериал. Но, блин, это уже поздно делать, потому что сейчас уже будет 1 сентября, все будут в школах, и снять нормально я не смогу, как бы... сериал, поэтому пока что сериал откладывается, возможно, там на каких-то каникулах я этим уже займусь, именно сериалом каким-то на каникулах, когда у вас будут каникулы, я уже отучился давно, мне еще что 20 лет, как бы, я закончил техникум там и так далее, поэтому, как бы, да. Так, следующий комментарий, в госорганизацию, снимай РПшки, больше стримов. В госорганизацию не хочу и вообще ни в какую организацию я вступать пока что не буду. Не буду там обещать чего-то, но пока что вступать никуда не хочу. Ни в какую организацию, ни в криминальную, ни в госорганизацию я вступать не хочу. Хочу просто так играть. А насчет стримов, ну, буду стараться стримы почаще делать. Просто, пацаны, надо выбирать либо стримы, либо серии. Если я сделал стрим там 2 часа, за 2 часа я мог снять там 2-3 серии, понимаете? Вот, как-то надо выбирать между этим. Следующий комментарий. Ты крутой, снимай дальше КРМП, желаю тебе 15к сабов. Спасибо. И дрифт был охрененный. Для эффекта жаль нету дыма. Кто понял, о чем я, ставьте лайк. Да, я понял о чем-то, но не знаю, есть мод на дым в КРМП или нету. Если есть, то скиньте, кто знает. Так, вот еще один комментарий, я тоже у чувака. Короче, так, Киря, если будешь делать сериал в КРМП, то делай не какую-то бригаду или братву или мафию, а, например, приключения Рыжика или история о том, как я попал в Южный. Ну, блин, идея неплохая, но приключения Рыжика это уже Федячу как бы снимает, по сути, это типа Рыжик КРМП, или как-то так оно называется, этот сериал. А вот насчет уличных гонок, такого я еще ничто не видел, чтобы снимал, поэтому я хочу этим заняться. Но пока что нету времени и возможности. И как я говорил, как бы каникулы уже заканчиваются и все будут идти в школу.
и просмотры тем самым упадут, я думаю. Так, следующий комментарий. Кирилл, ты крутой, я вижу, как ты каждый день стараешься, даже когда ты болеешь. Ты все равно не бросаешь своих подписчиков. Ну да, это есть такая во мне черта, в принципе. Как попасть к вам в Фому? Все контакты есть в описании под каждым видео. Как попасть в Фому, у вас должен быть как минимум 20 уровень, и вы должны быть адекватным. Вы там пишете мне, там, моим заместителям, и вас просто принимают. Так, следующий комментарий. Сними видео про Фому, надо оно или нет. Что и как там, чтобы новички не тратили деньги и время на это. Вот тебе и идея для видео. Ну, хорошая идея, возможно, на днях реализую эту идею. Просто надо придумать заранее, что рассказывать, с чего все начиналось у меня с семьей, зачем ее создал, как бы и так далее. Это надо будет все продумать и потом уже снять видео. Так, следующий комментарий. Не затягивай видео с вопросами и сделай рубрику гонки на деньги с 100 тысяч до миллиона. Насчет того, что с вопросами не затягивай, да, я согласен, я буду сразу с каждым видео это делать, в принципе, но от вас нужны лайки, чтобы поддержка была, короче. А насчет гонок с подписчиками. Так, сделай рубрику. А, гонки на деньги. А, ну именно если гонки на деньги, то можно, в принципе. Но пока что, повторюсь, нет такой возможности. У меня вообще денег нет. У меня, по-моему, тысяч, наверное, 20 есть и все. Поэтому, как бы да, пока что я таким заниматься не могу. Но я ваши идеи буду все запоминать и потом в будущем, возможно, реализовать. Кирилл, сними видео, как дрифтить на Запорожце ушастом ЗАЗ-368. Блин, я думал, не буду дрифтить, разве что если поставить нитры там и так далее, но я купить себе его не могу, потому что у меня нету места. Ну а так идея, в принципе, неплохая. Кирилл, ты молодец, продолжай снимать КРМП и отвечать на вопросы перед роликом. Можешь в следующие ролики передать привет Диме Шарикову. Передаю привет Диме Шарикову. Сделай типа клуб тестрейсеров. Ну я тоже об этом думал, на самом деле. У нас есть семья, в принципе, как бы. Поэтому в этом потребности нету делать какой-то клуб, в принципе, вот сериал я хочу сделать. Кирилл, сделай уличные гонки, у меня есть М5. Ну, блин, если гоняться М5, но тут будет зависеть от того, у кого скилл лучше и у кого нормальный интернет. Как бы да, ну можно будет такое сделать, чисто серичку гонки с подписчиками, чисто покататься, пофаниться и так далее. Я думаю, это будет нормально. Так, следующий вопрос. Сколько тебе платит Амазин ХРП? Не очень много он мне платит, я скажу вам честно, что недавно я начал сотрудничать с Амазингом, но подробно я ничего рассказывать не буду. Платит, если что, мне немного. Но ты знаешь, ты не ответишь. Ну, потому что мне, наверное, нельзя эту информацию распространять. Удачи тебе, желаю тебе быстро достичь 100 тысяч подписчиков. Спасибо. Сними видео про фары, сделай проект лучший дрифтер. Насчет про фары, да, я на днях сниму, в принципе, про это видео. А насчет проекта дрифтер лучше, типа, ну, не знаю, посмотрим. Кирилл, го будет недоработчика. Будет недоработчика будут, но, повторюсь, они будут не так часто, как хотелось бы, в принципе, потому что вам это быстро надоест. Посоветую программу для монтажа. Видеопад, сам ей пользуюсь, хорошая программа. Так, похожий вопрос. Сколько тебе платят Амазин ХРП и Родин РП? Платят мне не так уж много, пацаны. Я в месяц зарабатываю 16 тысяч рублей. Ты будешь давать уроки езды рыжиком? Нет, такого не будет. Мой вопрос из личной жизни. У тебя есть девушка? Девушки нет, но есть подруга. У меня днюха была 22 августа, и вышел видос твой. Моему счастью нету предела. С прошедшим тебя поздравляю, Райнер. Кири, даешь бонус рефералам? К сожалению, рефералам бонус не даю, потому что, ну, как бы, у самого на самом деле денег нету. Но я деньги даю подписчикам, когда подходят, там, да, 10 тысяч, да, 5 тысяч, в принципе, я делюсь деньгами. Так, следующий вопрос уже по другим видео. Сделай обзор на фары. Скоро сделаю. Если ты не знал, но уже разрешили говорить 10к вместо 10 тысяч, и это уже не МГ. Ну, прикольно, что я об этом не знал, серьезно. Бля, почему если пацан в скине рыжика, он рыжик, просто может скин не хочет покупать, а денег у него больше, чем у тебя? Ну, на самом деле, те, кто богатые, они обязательно скин покупают себе дорогой, во-первых. Во-вторых, рыжик это видно потому, что человек себя ведет неадекватно, как долбоеб, бьет машину, ворует машину. Человек, у которого будет много денег, он не будет этого делать. Как бы, я думаю, это всем понятно. По дрифту на грузовике. На грузчиках. Ну, блин, не знаю, что там. Там дрифтить особо нечего. Вот на этих, в порту можно подрифтить, но я не хочу мешать дальнобойщикам. Максим Гейм пишет, можно в ролик? Можно, вот ты, в принципе, в ролике, дружище. Это чмо тебе сломало машину, ты его еще и катаешь в ней. Дружище, согласен с тобой, я на самом деле
даже не знала, что это тот чувак. Вот ты мне написал, я только это сейчас понял. Спасибо, что написал. Ну, блин, бывает, что, бывает. Я, в принципе, не запамятный человек, поэтому ничего страшного. Так, следующее видео, следующий комментарий. Тебе финку чистого ВД и ФСБ набили. У них тренировки каждый день. Вроде сам был девяткой УВД. И знаю, что почти каждый день в конце дня ФСБ и УВД ездят к компьютерному клубу и в КС дрочить. Ну, нормально, чё. Скиллы не качаются теперь в КС. Хорошо, буду знать, в принципе. Сделай сходку на стриме в своем компьютерном клубе. Я об этом думал, но не знаю, возможно, сделаю. Посмотрим. Этот бизнес раньше меньше госки сливали. Я так не думал, потому что я не видел, чтобы он когда-то вообще по госу стоял. Как бы, и там вроде бы как финка раньше нормально была. Микрогипит. Да, в принципе, были проблемы с микрофоном, но уже мне его сделали, и все хорошо. Так, новое видео, новые комментарии. Снова сними обзор на фары. Сниму я это видео, пацаны, не переживайте. Вместо одного E60 надо было купить Мерс E63, чтобы было два BMW E60 и Мерс E63. Да, нужно так было сделать, но я что-то об этом, кстати, не подумал. Спасибо за идею. Если бы ты не вложил деньги на автопарк семьи и на особняк, у тебя были бы деньги на казино Южного. Ну, я так не думаю, потому что казино никто не продает, во-первых. Во-вторых, там не только мои деньги, и деньги, которые мне дарили подписчики, которые вложили члены семьи и так далее. Я сам лично вложил где-то лямов, наверное, 30-40, но остальное уже подписчики, ну и деньги, которые мне, в принципе, дарили. Привет, только что подписался. И, кстати, какой сервер? Первый сервер. Я играю только на первом сервере Amazing Holy Play. Сними свое мнение о происходящем на 04-м. Это пиздец, просто такая дичь. Но я слышу, типа там всех админов сняли и переместили админов с 03-го сервера, типа там беспредел какой-то. Я, честно, в это не вникал и не знаю, возможно, сниму об этом видео, просто мне нужна информация подробная, в принципе, и правдивая об этой всей ситуации. Видел новость про 04-й сервер Мазинга, сняли всех админов и поставили новых с 03-го, и все жалуются на них, варны и баны идут. Ну, блин, я не знаю, блин, это надо к руководству уже обращаться, в принципе, поэтому я хз на самом деле. Кирилл, чё на МТА, например, не играешь? Я снимал МТА, но у меня аудитория КРМП, поэтому МТА я не снимаю, потому что там очень маленькие просмотры. Ну что ж, вот я на все вопросы ответил, а теперь погнали смотреть серию. Так, всем еще раз привет. Сегодня мы будем крутить рулетку, пацаны, 700 рублей. Я надеюсь, что нам выпадет что-то хорошее. У меня вот номера остались еще. Но что бы я хотел выбить, давайте начнем с того. Ну, монстр тоже можно было бы, конечно, но я хочу еще блаты выбить. И хочу выбить какую-то машину и випку. Вот нам нужно вип, блаты, либо машина какая-то. Вот сегодня наша цель будет такая, 700 рублей. Все, запускаем, первая прокруточка. Надеюсь, что сегодня нам тоже повезет, и мы выпадем, и нам выпадет что-то довольно-таки хорошее. Так, нет, вот это нам точно надо, но мы это потом будем все продавать, в принципе, пусть оно у нас пока что лежит. Возможно, нам что-то и хорошее выпадет. Ну, хотелось бы на самом деле реально. Стой, стой, стой! Блин, так было близко возле Сугурбана вообще просто. На самом деле было бы круто, если бы нам сейчас Сугурбан выпал. Это было бы реально очень круто. Так, давайте. Рулетка крутится, деньги уходят, в принципе. Так, только не скинвузи. Ну, это хотя бы продать можно за нормальные деньги. Так, крутим дальше. У нас уже остается 500 рублей. Это довольно-таки плохо. И мы еще ничего нормального не выбили. Но надеюсь, нам все-таки повезет. Так, рецепт на оружие. Рецепт автоматов. О, кстати, вот это мне понадобится. Вот это, наверное, я продавать даже не буду. Ну, не знаю, пока что не буду продавать, в принципе, потому что у меня рецептов на автоматов нету. Они довольно-таки дорогие на самом деле. Поэтому я думаю, это нам пригодится. Так, X5 была, но нам она не выпала, да. Так, хорошо, крутим дальше. Блин, ну давай, что-то нормальное выпади, пожалуйста. Прям что-то годненькое такое, прям, чтоб. Ах, блаты, блаты, пожалуйста, хотя бы блаты. XP, ну блин, XP даже продать нельзя. Ну такое. Так, крутим, крутим, вертим. Сейчас вот это докрутится, и я выйду с аккаунта и зайду обратно, короче. Возможно, нам что-то нормальное выпадет. Так, лицензия. Ну, блин, это хреново, все, надо перезагружать. Короче, этот. Так, войти. В принципе, сейчас я войду и продолжим. Так, все, я перезашел. Так, давайте посмотрим, что у нас уже есть. Ну, блин, это конечно, хреново. Так, вот это я точно продаю. Вот это я тоже продам. Вот это продам и вот это продам.
Так, продать за кредиты. Отлично. 86 рублей. Блин, ну можно было бы и вот это продать, в принципе, потому что у меня скиллов как бы все равно нету. Поэтому, ну, не знаю. Ладно, пусть вот это пока что будет, а если что, потом продадим. Так, у нас уже 443. Крутим, короче, рулеточку, давай. Пожалуйста, ну что-то годненькое выпадет сегодня нам. Деньги. Ну, такое себе. 65 тысяч. Блин, ну хочется реально что-то реально годное просто. Чтобы нам выпало. Какая-то машина, номера, что угодно, блин, только не... Да, деньги обратно выпадают нам, в принципе. Ну, такое. 40 тысяч. Да, вот это вообще не купились ни хрена просто. Ладно, крутим дальше. Блин, блаты, 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 пожалуйста. Ну, блаты. Ну, только нет, не XP. Так хотелось, реально, чтобы блаты сейчас выпали. Они бы на самом деле не помешали. Так, давайте тогда продадим вот эту всю байду. 48 кредитов. Так, и оставляем только деньги. И блат номера оставляю тоже. Так, блин, у нас уже на самом деле очень мало попыток осталось что-то выбить нормальное. Но я все-таки надеюсь на удачу, пацаны. Я надеюсь на удачу. Давай, блат номера. Блять, ну так рядом было, блин. Нахрен мне на этот рецепт. Сразу продам его нахрен. Блин, так близко уже номеров было просто. Реально. Так, крутим дальше. Ну хотя бы одни блат номера еще бы, чтобы мы хотя бы немножко купились. Скинвузи, да? Да уж. Ладно. Крутим дальше, в принципе. Ну давай, блин, осталось 4 попытки просто выбить что-то нормальное. XP, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Как хочется выбить что-то нормальное. Но походу сегодня у нас это не получится. Обратно XP, да? Это ну нахер, блин, да ну нахер, нет. Зачем мне экспихи? Это уже, конечно, перебор на самом деле, эти экспихи. Но что-то нормальное, булаты, машину любую. Не любую, а деньги. Походу, сегодня удача не на моей стороне. Так, скин вузи я продаю. И все, больше ничего не продать не могу. Выпадают только деньги, пацаны, и все. То есть, скин вузи 10 рублей всего лишь продал. Так, у нас осталась еще одна попытка, и все. Монстр. Пожалуйста, пожалуйста. Стой, остановись. Есть! Я выбил! Пацаны, я выбил машину. Я иксу выбил. Я выбил икс... Блядь, икс-5 выбил, пацаны. Ну, икс-6, в принципе. Есть! Я купился, блин. Жесть. Просто жесть. Я иксу выбил, пацаны. Я выбил иксу. Нет, продавать я ее не буду. 3 ляма она стоит. Я помню, что 3 ляма она стоит. Блин, это очень круто. Но в том прикол, что у меня нету места. Как бы мне нужно что-то продать. И потом забрать свой приз, в принципе. Так, давайте еще раз покрутим. Возможно, нам еще что-то выпадет. Потому что... Давайте, давайте крутим, короче, еще. Возможно, что-то еще выпадет нормально. Ну, хотя бы лучше бипка выпала. Хотя лицензию сейчас можно продать, на самом деле. Лицензии продаем. Так, главное иксу не продать. Так, все, рулетка. Последняя прокрутка, пацаны. Просто последняя прокрутка. Капец, я выбил X5. Это просто круто, реально. Я купился все-таки, я купился. Так, випка, 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 випка. Вот, хорошо, випка это хорошо хотя бы. 12 дней, отлично. А то у меня випка как раз заканчивается. В принципе, вот такие вот, пацаны, у нас выигрыши. Сегодня мы выбрали X5, просто мы выиграли X5, пацаны. Это первая машина, которую я выиграл в рулетке. Это очень круто. Так, давайте все, кроме блат номеров и остального, выведем в игру. В принципе, да. Так, X5 ставим и блат номера оставляем. Все. Так, вывести в игру. Все, остальное мы выводим и оставляем только X5 и блат номера, пацаны. Это очень круто. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока.